состоялось заседание комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Щелково. Вел заседание заместитель главы городского округа Щелково Виктор Семин. В самом начале участники минуты молчания почтили память погибших в результате терактов в Крокус-Сити-Холле. В числе основных вопросов, рассмотренных на заседании, были обеспечение безопасности в общественных местах, профилактика правонарушений, а также дорожно-транспортного травматизма. За текущий период терактов и экстремистских проявлений на территории обслуживания не допущено. Совместно с местным самоуправлением реализован комплекс мероприятий в сфере организации системы профилактики правонарушений, обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Также был рассмотрен вопрос по профилактике противоправного поведения обучающихся в образовательных организациях городского округа Щелково. С целью формирования патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества во всех образовательных организациях городского округа Щелково еженедельно по понедельникам организованное поднятие или вынос государственного флага Российской Федерации. В завершение заседания были вручены благодарности за организацию доставки новогодней ели на Соборную площадь и награждение членов добровольной народной дружины по случаю ее 65-летия. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.